Здравствуйте, любители тенниса! Сегодня хочу рассказать, как нельзя подавать подачи. Ну, первое, подача не подается, когда вот так мячик в руках зажат или на пальцах находится. Вот, то есть вот в таком состоянии, то есть где-то с открытой ладошки, то есть вот так подавать нельзя. Следующий момент. Нельзя делать подброс из-под стола. Ну, как бы, почему нельзя с пальцев? Ну, вот один из вариантов только. Что иногда вот можно вот так подкрутить. Подбросить как-то. Ну, то есть приняли, чтобы меньше манипуляций было с мячиком, с открытой ладошки. Вот. Почему из-под стола то же самое? Неизвестно, что, как вы там вот так стрельнете его или просто бросите, и момент подброса, ну, как бы должен быть виден. Идем дальше. Что еще нельзя? Нельзя подавать так, чтобы ракетка касалась с мячом вот за этой, если мысленно ее продлить туда, куда угодно, вот за этой белой линией. То есть ракетка сюда не должна. То есть потом она может идти, но, то есть вот так нельзя подавать. Вот над столом, за белой линией. Потом ракетка, если кидаем, касается вот до точки касания до стола, потом ракетка может идти уже. Следующий момент. Нельзя заходить вот за эту белую линию и подавать вот так. Хотя отсюда, многие спрашивают, можно подавать в любой угол, даже не в створ стола. То есть вот так подавать можно, чтобы подача уходила куда угодно глубоко. Это все разрешено. Следующий момент. Вот так неправильно. То есть, если мы даже вот подняли очень высоко и бросили ее вниз, мячик не оторвался на 16 сантиметров от ладошки, это минимум. А падает он вроде высоко. И вот многие вот так поднимают, и получается, что подачу снимают или подачу не считают, потому что человек в недоумении, почему? Я же высоко, вот он там падает. Тут важно отрыв от ладони, то есть насколько он оторвался. Вы можете невысоко подбрасывать, но именно от ладошки. И тогда все будет хорошо. Следующий момент. Запрещено, вот сейчас кто-то может лучше поправиться, по-моему, на 45 градусов отклонение от прямой. То есть, если мы бросили немножко в сторону, вот немножко туда-сюда, да, угол посмотреть, 45 градусов, если больше, да, то нельзя. Чем это обусловлено? Иногда, да и сейчас очень часто видим набрасывание, то есть вот так набрасывают и подают. Бывает набрасывание очень сильное, резкое, и получается очень мало времени у соперника на реагирование, на подготовку действий к приему подачи. То есть раньше как-то делили вот наброс, из которого человек извлекает пользу какую-то, выгоду, не пользу, да? И подброс неровно, то есть когда бросили там куда-то криво, подошли и подали, но это одно, как бы это не судилось. Вот. А когда именно наброс для какого-то усиления, ну тогда это сейчас судится. И сейчас уже есть приборы, которые судят вот этот угол наклона. Ну, на любительском уровне, конечно, тут совесть лучший контролер. Следующий момент. Что еще запрещается? То есть вот наброс
Понятно, да, почему, то есть выигрывается. Дальше запрещено закрывать любой точкой, что головой, то есть вот можно подбросить, я сейчас даже так не подам, да, и закрыть. Так, Ишимура там подавал. Закрывая точку касания головой и подавая. Закрывать рукой, вот раньше одно время это было разрешено, и мы многие тренировались, кто уже давно в теннисе, с закрыванием. То есть раз, и закрываешь точку касания, и тем самым лишаешь возможности противника понять, с каким вращением придет мяч. Вот, это тоже сейчас делать запрещено. То есть мы не должны никоим образом не закрывать, не из-за корпуса там отсюда вот выпускать, например, не видно точки касания. Вот, то есть по правилам один из судей и принимающий игрок должен видеть точку касания мяча с ракеткой. Вот, дальше путь ракетки можно не видеть, не обязательно ему показывать, как она идет. Но точка касания должна быть видима. Вот, это еще одно из моментов, то есть нельзя закрывать, никаких не должно препятствий, там ни головы, ни ноги, ни руки, ничего не должно быть. То есть это опять же обусловлено, чтобы можно было видеть вращение, с которым возвращается к вам мячик, прилетает. На этом у меня все. Если я что-то упустил, пишите, жду в комментариях, жду ваших вопросов. Может, кто-то разовьет и продолжит эту тему. Вот. Ну, я решил с позиции, как неправильно показать. На этом у меня все. До свидания, до следующих встреч.